Курганской области разработали специальный светофор – цветовой код по степени погодной опасности. Он поможет координировать работу профильных служб и действия граждан. Зеленый, желтый, оранжевый, красный. Для каждого вида угроз стоят простые и понятные действия всех органов власти, уровней и жителей. Для того, чтобы еще было единство с точки зрения объявления вот этих вот опасностей. Светофор презентовали на заседании комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Зеленый цвет ассоциируется с безопасностью и принятие мер не требует. Желтый прогнозируется потенциальная опасность, возможно, чрезвычайная ситуация, подготовка к принятию соответствующих мер опасности. Оранжевый – реальная опасность, существует возможность развития чрезвычайной ситуации, необходимо принять соответствующие меры безопасности. Красный цвет – чрезвычайная опасность, прогнозируется значительная вероятность катастрофических последствий, должны незамедлительно приниматься соответствующие меры безопасности. Уровни опасности разработаны по 10 факторам. Это температура воздуха, высокая и низкая, пожарная опасность в лесах, скорость ветра, осадки, дождь или снег, штормовые явления, гроза или град, гололед или мокрый снег. Критерии введения уровня опасности зависят от прогнозной части погодных условий. Желтый уровень – это когда прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Мы тут разработали для примера ветра, но это можно под каждое из выше перечислить. Например, скорость ветра может составить от 15 до 19 метров в секунду. Оранжевый – когда прогнозируются опасные гидрологические явления, например, скорость ветра 20-24, и, соответственно, он перетекает в критерии сильного шквалиста. Красный уровень – если прогнозируется высокая вероятность возникновения опасного явления – интенсивность, существенно превышающая порывы ветра более 25 метров в секунду. По каждому уровню опасности разработан алгоритм действий как для органов управления, так и для граждан.